ดีค่ะแต่ถ้ากลัวหลวมแล้วก็ลูดเข้าไปได้ดูด้วยค่ะ Ну да, да, выглядишь как настоящая тайка в штанах со слонами. Купи, говорит, мне штаны со слонами, говорит, купи где-нибудь, говорит, есть тут на кочарге штаны со слонами. Их тут полно этих штанов со слонами, всяких разных, и черных, и синих, и стоят они какие-то там, не знаю, две вещи вы берете, третья бесплатная, и три вещи 100 бат. Стоит. Бери, она одни уже взяла какие-то голубые, вторые, еще третьи ей бесплатно подарят. Yes, okay, okay. Yes, okay. Hey, возьми еще вот какие-то red, красные возьми. Yes, okay. Все, мы идем в джунгли. В дикие-дикие джунгли. Идем смотреть водопад после дождя. Идем дорогой длинной, дорогой непрямой. Ноги промочила, да? Ничего. Много воды, много воды. Как никогда много воды. Это будет непростой путь, потому что что камни мокрые, скользкие. И это будет надолго, потому что идти нам туда где-то километр целый. Сколько воды. Сколько воды, вы помните, да, как в прошлом году? Можно было просто взять и пройти там. Я, наверное, складываю камеру, потому что нам сейчас надо будет ползти наверх туда. Снимай, говорит, обувь, говорит Эндрю. Снимай обувь. Не, нормально, нормально. Пока еще шапка нормально. Вот. Отлично. Отлично. Yes, easy.
Easy for you. Ну вот, мы преодолели еще один такой неприятный момент. Осталось самое приятное. Вот какой-то там еще один уровень, и там где-то вдалеке виднеется уже сам водопад. Как-то, да. Все, заканчивается последняя труба для воды. Снесло ее, наверное, потоком ночью сегодня. Эту трубу завернуло, видите как? Ну вот он какой сегодня. Видите, воды много больше. Идем ближе, да? Да. Нет. Не хватает оператора, да? Ничего, скоро на канале будет 100 миллионов подписчиков, найму себе оператора крепкого. Чтоб снимал, только меня чтоб снимал. Ладно, мы не будем ее тут ждать, тут все легко. Тут все изи. What? Не no проблем. It's easy for you, I know. It is easy for you. What? You can. Порвала штаны свои любимые голубые, искала, искала везде. В одном месте только нашла и порвала. Давай, давай, шоу мне. И таким образом вы попадаете в такой вот бассейнчик
довольно глубокие, чистейшая вода. Наверное, самая чистая на острове вода. Это самый большой водопад, самый длинный. И у него много каскадов, наверное, наверху еще есть. Но туда не знаю дороги. Don't forget for your dress, I buy new. Look wonderful. Смотрите, как там интересно, да? Видно? Вам не видно? С правой стороны еще такие струйки падают с соседнего склона. นอกจากเธอไม่เหลือใครส่วนใจฉันก็มีแต่เธอมีแต่เธอทุกห้องดวงใจจะอย่างไรมีแปรฤทัยเปลี่ยนผันอาทิตย์จะสิ้นแสงโลกแห่งแรงปานใดไม่อาจแปลเปลี่ยนใจฉันนั้นต่อให้ดินฟ้าพังทลายโลกสลายฉันนี้ไม่หวั่นไม่มีวันฉันจะพันแปรจิตใจใจสองเราเราครอกันคงนิรันดร์จนฟ้าดินมาลายไปเราซึ้งกันมั่นหรือไทยไม่มีใครรู้ใจเท่าเราใจฉันมีแต่เธอมีแต่เธอคนเดียวนอกจากเธอไม่แลเหลียวใครส่วนใจฉันก็มีแต่เธอมีแต่เธอทุกห้องดวงใจใจอย่างไรไม่มีวันคลายใจกันใจฉันมีแต่เธอมีแต่เธอคนเดียวนอกจากเธอไม่ลาเหลียวใครส่วนใจฉันก็มีแต่เธอมีแต่เธอทุกห้องดวงใจจะอย่างไรมีแปรฤทัยเปลี่ยนผันอาทิตย์จะสิ้นแสงโลกแห่งแรงปานใดไม่อาจแปลเปลี่ยนใจฉันนั้นต่อให้ดินฟ้าพังทลายโลกสลายฉันนี้ไม่หวั่นไม่มีวันฉันจะพันแปรจิตใจใจสองเราเคราครอกันคงนิรันดร์จนฟ้าดินมาลายไปเราซึ้งกันมั่นหรือไทยไม่มีใครรู้ใจเท่าเราStop, Lee. Ну что, финальное шампанское под конец. Опа! Без газиков. Ну что вам сказать, что еще вам посоветовать для того, чтобы посетить этот водопад? Берите с собой вот такой вот мешок, вот я беру, да, с собой. В нем я кладу телефон, он непромокаемый и плавает. Ну, воду оставлять лучше здесь, потому что идти не так далеко здесь. Здесь нету несколько часов. Здесь, наверное, полчаса туда, полчаса обратно. Можно прожить это время без воды. Кроме этого, можно в этом водопаде пить воду совершенно спокойно. Она чистейшая здесь. Здесь выше нету ни одного, никакого строения, ни дорог, ну, вообще ничего. Ну, берите вот какую-нибудь вот эту вот приспособу с собой, потому что наверх еще можете вы залезть даже по этим мокрым камням. Но обратно, вот без подстраховки, можно навернуться. Так навернуться можно больно. Вот. Запасные штаны. Если берете с собой тайку, то берите для нее запасные штаны.